We're sending you in deep, so be on your guard. Scanners indicate particularly rich veins of morkite and gold further down. Bring it back, boys. Однажды в далекой-далекой галактике... А стоп, это не отсюда. А хотя на деле отсюда. Ну, космос тут есть, чутка приправленный дварфами, кучами жуков. И пивом. Действие игры происходит на Коксисе. А игроку предстоит выступать в роли дварфа, любящего лишний раз выпить и потанцевать перед отправкой из Пестрига на ближайшую планету, которая кишит опасными тварями и конкурентами. И ты не знаешь, идешь ты в этот раз на убой, или же все пройдет гладко. Потому что в любой момент за спиной может воплотиться детонатор или же вообще Немезис. Все работой дварфов управляет Mission Control. И он говорит о приближении с фармом, а также часто предупреждает и пытается поддерживать дух компании. Иногда уже совсем без надежды говорят, что с фармом идет и идет. Ведь он понимает, что дварфы это просто расходник. А если те выполнят работу, но не смогут под натиском орды жуков дойти до дроппода, чтобы вернуться обратно на спейсрик, то и платить никому ничего не придется. Потому на самом деле цель каждого погружения в глубины Хоксиса состоит даже не в выполнении заданий, а в спасении себя самого. Конечно, это немножечко упрощено, и проиграв, вы не потеряете свой прогресс, хоть это радует. А если бы тут дварфы были, пока не умирали? Мне кажется, тогда бы игра была бы вообще иной, и все бы более слаженно пытались играть. Но возвращаясь с моего воображения на Землю, в обыкновенном режиме вы можете иметь миссию, на которой будет до двух осложнений, которые бывают как позитивными, так и негативными. Ах, да. Еще в каждой миссии есть второстепенное задание, являющееся полностью необязательным, но за него дадут дополнительный опыт. Зачастую огромную часть этих второстепенок невозможно нормально выполнять без скаута. Ведь где-то на потолке та самая кременилась. Deep Rock Galactic это на самом деле очень классная коопная игра. Да и не обязательно душить себя при помощи высокой сложности. Или же, как в этой игре это называется, хазарда. Изначально доступно их 4, а 5 открывается по выполнению специального поручения, в котором нужно будет играть только на 4 хазарде. Так вот, лучше играть на хазард ниже, чем постоянно песосить. Ну, у меня лично от частых сливов конкретно так... О, жопа горит! Потому что у мобов слишком уж много хп. Либо их самих много, или я тупил, или тиммейты тупили. А в этой игре без слаженного тимплея пятый хазард будет, ну, мягко говоря, сложно пройти. Одной из фишек данной игры являются постоянно генерируемые, конечно, по седах и пресетах, но... пещеры и локации с кучей рандомных ивентов. Для каких-нибудь роглайков это привычная тема, но вроде не для коопного шутера, где против тебя влазит огромное количество жуков, которые так и норовят тебя укусить за твою S. Или же... Coming. С огромного расстояния. Особенно, учитывая вариативность оружия, классов и того, что у каждого из них есть свои уникальные прибамбасы, это все сливается в отличную игру с классным комьюнити. И будь ты новичком, если спросишь какие-то фишечки, то каждый уважающий себя геймер в эту дварскую дрочильню подскажет тебе те фишечки, о которых он знает. С базового это, к примеру, тот факт, что Дорету может чинить только один человек в одно время, а попытки чинить ее вдвоем ни на что не влияют. Я лично об этом узнал, наиграв около 150 часов. Так что да, а ведь много в чем так. Зная детали, ты в разы лучше играешь. И, к примеру, на 5 хазарде уже слишком критично напарываться на слэшеров. Они накладывают стан. И если слэшер был с несколькими другими жуками, то ты все. Огромный шанс, что тебе просто ББ. Если, конечно, не перебьешь жуков раньше, чем те подойдут к тебе. Не убежишь или заморозишь их. Потому желательно их отбивать, как приоритетную цель. Но иногда бывает такое, что вылазит настолько огромный рой, что он может буквально тебя погрузить.
поглотить. Выбрав класс, вы будете ходить в погружение, чтобы заработать денег и получить ресурсы, с помощью которых вы сможете прокачать свое снаряжение и так осилить еще более сложные миссии. Стонкс. Дварфы делают все ради пива. Рок-н-стоуна. А также, еще чуть не забыл, ради Карла, так как этот легендарный скаут сражался только кирками. Но однажды он так и не вернулся с глубин Хоксоса, став легендой. И теперь, имея ранее полученную информацию, вы должны хоть немножечко, но более понимать суть игры. Потому время с теории переходить к практике. О, вот так получше. Вот теперь я на самом деле готов погрузиться вместе с вами в эту 300-часовую катавасию, которую я записывал на протяжении далеко не одного месяца. И прошел путь от того, кто не может пройти второй хазард, до игрока, который играет только на пятом хазарде. Если честно, только с принципа, чтобы показать прогресс в ролике. Big spoiler moment. Настав час глубокого погружения в всю чудовую игру. Запустив игру впервые, вы увидите весьма ностальгические для меня кадры из Space Riga. Вылетает дроп-под и направляется на Хоксос, где вы впервые погружаетесь в игру и проходите обучение. Для обучения вам дают ганнера, просто потому что выбора не дают. Выйдя из дроп-пода, я сразу понажимал на правую и левую кнопку мышки, узнав таким образом, что правая кнопка мышки — это использование кирки. А чтобы начинать стрелять с пулемета, надо удерживать. Потом я выкопал свое первое золото и немного, хотя очень даже не немного, не вдуплял, как искать проход в компрессированной земле. Ее обыкновенно помечают места, где есть переход в другую пещеру. Это чтобы игроку было проще ориентироваться. В конце концов, я смог понять, где проход, и отрыл его. Покопал всякие светящиеся кристаллы и понял, что красный сахар — это хилка. Чуть дальше меня заставили воспользоваться зиплайном и подняться по нему. На самом деле это не обязательно, ведь туда можно и так прокопаться, затратив чуть больше времени, конечно. В обучении меня еще заставили немного покопать маркит и выложить его в моле. И тут резко Mission Control объявляет первый сварм, а тот приходит. И эти 10 жуков меня так норм покусали. Похоже, сложность в обучении специально весьма низкая, чтобы было время освоиться. Затем я открыл карту, она была, блин, как в Думе. Прикольно и 3D-шно. Но иногда в этом всем легко запутаться. Докопав маркит и отбив еще пару жуков, я прожал кнопку на муле и проследовал к дроп-поду. Отбил с фармеров, а когда дошел мул, я свалил. И сразу же первая ачивка. И меня приняли в ДРГ. Ой, то есть Deep Rock Galactic, никаких диверсионно-разведывательных групп. И тут пришло время выбора класса. В этой игре есть... Скаут, сука, свет, блядь! Скаут. Можно его назвать мастер спид и осветитель пещер. Инженер. Строитель платформ для добычи ресурсов скаутом и тот, кто постоянно забывает ставить турели. I'm a heavy weapons guy. Ну вы поняли, Гайнер, все дела. У него есть большая пушка, а еще щит, чтобы защищать всю команду в случае большой навалы жуков. А также зиплайн. И последний класс — это твой сосед. Это человек-дрель. Ой, то есть дриллер. Его главное дело — это урон по области и толпе жуков. А также копать проходы с помощью больших, быстрых, мощных и рубящих жуков на части дрелей. А еще он иногда может делать Аллах Акбар. Ты-ды-дыщ. На самом деле я весьма долго ломался в вариантах, а Мария параллельно со мной проходила обучение и тоже была в этот момент на выборе персонажа. Она выбрала дриллера, а я ломался между ганнером и скаутом. Так как я видел подпивасную братву, как и Маша, собственно. Именно с этого ролика мы и пришли в Дипро. В конце концов, я остался скаутом. Очень ранний этап. Так сказать, время самообучения и попыток разобраться в игре. Впервые оказавшись в Space Riga, мы, как трушные лобскиллы, заказали Leaf Lovers. Осуждаю. И немного потанцевали, а это одобряю. Я попытался поиграть в бочка бол, после чего мы почекали терминалы и поняли, что почти все они закрыты. Потому мы просто выбрали миссию и залезли в бот, отправившись в путь. Физика бороды, attention. И тут этих двух любопытных дварфов выгрузили на Хоксос. Те копали все, что видели, и стреляли во все, что движется. Под расстрел попала и надоедливая моль. По итогу к нам зашло еще 2 человека, ведь я не шарил за то, что если не закрыть руму, то скорее всего кто-то к нам дозайдет. Мы вчетвером копали ресурсы. Терявшись как гений, я копал напролом к тиммейтам, и Маша мне
в этом помогла. Но чуть позже я попался на крючок скаутского крюка и разбился. На самом деле, на начале вы будете очень много разбиваться. Если, конечно, вы не прогеймеры, не поймете, что к высоким местам лучше не цепляться. Но пока не поймете, с какой высоты лучше не падать. Когда я сломал ноги, меня полили пивом и я очнулся. Вот они, истинные дварфы. Сила пива и рок-н-стоуна восстанавливает тех, кто уже бы без коляски не смог. Чуть позже мы отбились фарм побольше. И своих первых претарианцев. А я уже тогда понял, что надо окружить врагов и бить их в уязвимые места. Но, блин, я притянулся в яму, где чуть не умер. А чуть позже я раздуплился и понял, что у меня, блин, еще и гранаты есть. Маша, блин, вообще мину кинула. В конце концов, мы докопали нужные ресурсы и прибили моль. Нет, не эту, а эту. Вызвали пот, а триллеры прокопали прямой тоннель к месту, куда он пришел. Он постоянно на рандом прилетает и никогда рядом с игроком, кроме миссий с мулами. Упаковавшись в дроп-пот, мы свалились с этой планеты. Висман? После этого дайва нам открылась миссия охоты за яйцами. Но с каждым выкопанным приходит рой жуков, чтобы нам не повадно было. В терминале оружия я впервые прокачал пулемет, и мы, прокатившись на бочке, пошли в пот для следующего погружения. Там мы опять начали копать все, что видим. А Маша подумала, что у нее есть личный бур. И мы потому его заказали. Буровая установка? Да. И когда он пришел, мы думали, что если собрать с него то, что торчит, или же вставить, то это все дело запустится и пойдет копать для нас тоннели. Но мы странное что-то придумали. Нас где-то обманули, и кажется, это были мы сами. Мы банально запутались и не читали подсказки. С будущего. Как, блин, так можно? Бегали мы по шахтах, бегали. Патроны у нас закончились, а мы что-то так и не осознали, что это был не бур. А я упал с высоты и разбился. Тем временем Маша умерла от того, что не смогла дальше продолжать отбивать жуков. На базе я чутка прокачал дробовик и открыл перк дружелюбный, чтобы сносить меньше урона союзникам. Вторая попытка на охоту за яйцами. Накопали чутка реса, и я прибил хулиходера. Пытались искать проход, где помечено землей, и потому очень долго копались в стене по приколу. Look at this dude. Встретили дата-депозит, но ни черта не поняли, как подключать его к хакинг-поду. Вместо того, чтобы проводить точки, мы пытались принести точку прямо к датабазе, но из этого ничего не выходило. Потому мы на нее в конце концов забили. Второй раз за все время заказали соплю и наконец-то поняли, как она работает. А еще, блин, откуда-то мы подцепили инфу, что, мол, копая по 2 яйца, мы избежим роя. Да-да, гении мы, конечно, были, но на самом деле просто бывает такое, что рой не приходит после того, как яйцо выкопаешь. А у нас, блин, весьма часто были двойные свармы от того, что мы копали яйца по 2. Благо, тут был второй хазар. Выкопав яйца, мы вызвали под и успешно слиняли. После добычи яиц нам открылась добыча жидкого маркита. Твердый маркит со стен мы уже колупали кирочками, и теперь время и жидкий покачать. А когда мы лично пошли в такой дайв, нас встретили жуки и странные звуки на фоне. Жуков мы отбили, я упал с потолка, меня ревайвнули, и мы спокойно пошли копать ресурсы. И тут хеллоу. Мы даже подумали, что это босс. Немезис пришел, сделал свое дело и ушел. Это была наша первая встреча с ним. И тогда он нас так конкретно напугал. А это электричество. Какой-то босс. Жалко, что в большей половине записей меня вообще не слышно. Мой косяк. Вторая попытка на покорение памп-джека. Повезло. По этим остаткам и бомбам видно, что мы приземлились прямо на Немезис с дроп-подом. Потому нам ничего с ним делать не пришлось. И он нас не сожрал. Ну, то есть не раздавил своими клешнями. Когда мы добыли нитры, мы неожиданно узнали, что мула на этой миссии не будет. И через некоторое время поняли, куда надо выкладывать ресурсы. Затем я выкопал один огурец. И мы триггернули уже на самом деле босса, старателя. И пока мы его били, на рандом заспавнились дредноуты, близнецы. Найс, конечно, рандом для первых миссий. Потому мы сначала добили старателя, а потом и близнецов. А я нашел и выложил датасел. При этом, не понимая, зачем, блин, это нам вообще надо. Ну, хоть Mission Control нас похвалил. И, блин, мало того, что было ранее, пришел еще и рой претарианцев. Акстан. Отходи от взрыва. С
ними мы разобрались и начали проводить пайплайны. Пусть и очень криво, но по итогу мы их смогли провести. Подключить и запустить откачку Маркита. А я встретился с типичной проблемой скаутов. Видишь сахар? Тянешься, падаешь. Благо, меня подняли. И я помог дооткачивать Маркит. Но прям когда мы уже отправили откачанные ресурсы, вылез огромнейший рой, который просто не давал нам существовать. И когда мы подбежали к троподу, мы поняли, что это, блин, чуть ли не фиаско. Но я пытался жить. И по итогу смог попасть в троппод. Мы почти час это проходили. Благодаря уровню нашего персонажа у нас разблокировалась поворотка кирки. Потому грех ее не вкачать. Но использовать мы ее не умели очень долго. Следующим был ванильный дайв по добыче настенного маркита и сборе грибочков. И мы его на изи прошли. Покатались на моле и свалили в дропу. И нам открылась миссия с мулами. Это дайв, где мы пришли на место, куда ранее приезжали другие дварфы, и они погибли здесь. Потому тут остался их старый дроп-под и мини-мулы. Наверное, что-то из старых разработок. Так что мы поехали в погружение данного типа, который я только что описал. Собрали ноги, вставили в мулов, пару раз упали по пути, побили мулов молотками, отправили их в под, охраняли коробку, которая для подключения связи, и уже было заправку начали, но блин, у нас была такая себе локация там. Выровнять ее или опустить заправочную воду никто не додумался, потому когда пришел опрессор, он нас столкнул и нас сожрал рой. Думаю, опрессор нуждается в отдельном представлении. Это огромный жук с огромным крепким панцирем, что блокирует почти любой урон. И только лишь снаряды, проходящие насквозь, его могут задеть. Или же его нужно оббежать и бить сзади. Там у него слабое место. Он еще умеет кастовать сильное отбрасывание и копать за вами. Потому этот жук один из подлейших. Особенно, когда их несколько. Но нам на этом этапе, чтобы слиться на заправке пода, хватило и одного представителя данного вида. Потому мы решили немного подзабить на миссию с мулами. Ведь нам показалось, что это сложновато, и мы решили поиграть в другой режим. На этот раз снова памплайны. И мы, потому что нам хотелось, провели их максимально криво и запутанно. А потом потратили кучу времени на то, чтобы их простроить. И сразу запустили откачку. Я нашел кусок компрессированного золота, за который нормально так отвалили. Это можно все еще депозитить. Прикол. Они открываются. Мы этот час проходили. После этого все же решили попробовать пройти дайв тот, что по нашему ассигменту, а именно снова мулов. Типично уже приземлившись на Хоксес, я кинул светилку. Еле-еле собрал фосил, второй, вкинулся с сахаром, и мы пошли искать по тоннелям новые комнаты. Позлились на кристаллы, которые наносят урон, если возле них стоять. Они типа радиоактивные. Нашли еще один фосил, немного нитры, и вышли в огромную комнату, где нас уже ждали жуки. И мы начали их отбивать. Отбились и нашли наш будущий старый новый дроп-под. Я еще немного побурил нитры, а Маша тем временем лазерла по шахтах, как через некоторое время и я. Найдя мула, притащил ноги, не хватило одной. Пришел притарианец, потом опрессор, разговор с ними у меня был одинаковый. Я нашел ласногу и починил мула. Дальше мы начали лазить в поисках второго мула, который где-то пиликал. А, вот где. Нашли его вместе с окаменелостью. Я нашел все четыре ноги и починил мула. Мы вернулись к поду, заказали ресаплай и решили сначала найти оставшиеся окаменелости. Это заняло некоторое время, и мы их нашли. Депозитнули и прожали эвакуацию мулов. Так что у нас сразу отобрали всех мулов. И мини, и не мини. Блин, почему-то в маленьких нельзя депозитить. Вот это обидно. Зато мы настроили связь, отбили жуков, что лезли, приехал заправочный подик, его мы подключили к дроп-поду прикольными маршрутами и побили молотами, чтобы тот активировался. Отбили раи, что пытались нам помешать заправке, дождались минуту, пока активируется под, и залезли в него, после чего свалили. Я, как гений, который давно присмотрел перк реактивных ботинков, открыл его, думая, что это прям лютая имба. Конечно, КД 120 секунд на первом уровне, а тут чутка боком вылазит. Дальше мы решили, что нам стоит попробовать сложность повыше, и мы поставили третий хазар. И шли дальше по поручению. На этот раз надо было выкопать 6 яиц, но мы не смогли. Так как я упал дважды с высоты, а Маша схватил лич. Босс? Опять? Кажется, все. What the fuck? Что это сейчас было?
Меня просто сейчас с потолка что-то схватило и все. Это такая потолочная пиявка прямиком из Half-Life. Ну тут она чуть по-другому работает, но суть та же. Да, это провал. В следующем погружении мы копали морки и слышали подозрительные звуки, найдя источник которых, мы впервые встретили Бетси. Она является по сути боевым мулом, который захватила живность планеты, паразиты. По итогу мы смогли сбить их с нее и починить ее. Я ревайвнул Марию. Теперь у нас есть Бетси. И тут же чуть глубже мы встретили непонятные пиликающие штуки. Я пошел в сторону, где эта штука начинала пиликать чаще, и когда я подошел к штуке, возле которой пиликала максимально часто, вылезла надпись «Ставить батарейку», и я ее вставил. Мы докопали маркит, отбили жуков и нашли вторую батарейку, которую вставили туда же. И оказалось, что эта штуковина — это сундучок, а в нем были ресурсы. И так как Маша собрала то, что было в сундучке, я подумал, что второго там уже нет, хотя оно светилось. И Маша, как дриллер, покопала тоннель к дроп-поду. На самом деле, это одна из тем, которые ты понимаешь в первые часы игры. Что дриллер реально может взять и просто копать туда, куда ему надо. Конечно, пока она дриллировала, мне иногда приходилось отбивать жуков. Но это в порядке вещей. По итогу мы свалили в пот. Вот мы наконец-таки вернулись к Дайву с 6 яйцами. На этот раз дело происходит в зимней Локе. Ласил Страти. Там мы повстречали Мэнейс, или же Стрелка Настенного. Очень бесячий жук, которого, если видите, стоит сразу пытаться прибить, иначе он попытается прибить вас. И кстати, мы опять-таки столкнулись с дата-депозитом, тот, который хакать надо, но все еще не понимали, как его подключить. Хотя в конце концов мы все же поняли и прошли ивент даже, отбивая жуков и ботиков, охраняя хакси. После чего мы собрали информацию и выложили мула. А потом вылез рой шокеров, которые дали нам по щам. Еще одна попытка. На этот раз мы встретили Бетсю, и она нас прибила. На следующую попытку уже сменилась локация, и дело происходило в колючих пещерах, где мы успешно собрали все яйца и, отбившись от жуков, прошли дайв. Когда мы вернулись в Space Rig, нам открылся сбор акварков. Это миссия, где надо копать синие светящиеся кристаллы, которые закопаны в рандомных местах пещеры. И пойдя в дайв данного типа, я гениально копал акварк у потолка. Вылез рой, и жуки меня прибили. А Маша в соло сильно долго выживать не смогла. В следующей попытке пройти это погружение, я хотел лечить Машу, будучи прямо возле огромных жуков. А те оказались умнее и ударили меня несколько раз, и я откис. Нам немного надоело проигрывать, и я запустил дайв с открытым входом, и вчетвером мы без особых проблем прошли эту миссию. Ганнер провел зиплайн, и мы по нему гоняли туда-сюда, когда возили кварки и ханксиды. Вернувшись, мы решили попробовать пройти четвертый хазарт. Мы только приехали, а нас уже встретил Рой Мактер и Немезис, которого мы пытались отбить. Но в конце концов он прибил нас, всех по очереди. В данной игре, чем больше игроков, тем больше скейлинг хп у жуков и вообще всех противников. Также от уровня сложности растет хп их, потому самое сложное, что есть в этой игре, это в соло пытаться выживать, когда ты в коопе из 4 человек. Ладно, ремарку сделал. Ну напишите комментарии, вот прошу, чтобы видео продвинулось. Время того самого дайва. Дело было в пустынной локации. У нас было 2 скаута, дриллер и ганнер. Кстати, это был наш первый дайв в этой локации, кроме предыдущего. Там мы даже не успели попробовать копать. Но на этот раз мы узнали, что песок копается с одного тыка кирки. Это очень мало, ведь в большинстве локаций это минимум 2 тыка, или вообще 3. Прямо на выходе был бридер. В тот момент мы вообще не понимали, что это за моб, так как его мы до сего момента вообще не встречали. Я побежал вперед и, увидев источник жидкого маркита, сразу заказал туда насос, отбивая жуков. Выкопав немного магнита, я послушал Машу. Она жаловалась на летающую фигню, потому я начал в нее стрелять. В конце концов, я убил бридера, а Марию тем временем прибили медузки, которых он спавнил. Пока я подошел к ней, медузок уже отбили, и мы вместе ее ревайвнули. Дальше я проявил навыки по непониманию, что в меня стреляют, и умер от выстрела в бочину шараплюем. По итогу я решил заняться типичной деятельностью скаута, добычей ресурсов со стен. Но даже это у меня не особо получалось, а ганнер, когда упал, решил ливнуть. Меня ревайвнули, я снова упал от стрелка, вылез рой и скаут тащил за троих, так как я с Машей без конца падали. Зашел новый ганнер, мы добыли оставшийся диструм и начали проводить памп-джеки. Провели, построили и активировали откачку. Жуки ломали провода, мы их чинили.
и без конца падали. Нас ревайвали, мы пытались ревайвать, но падали. Но по итогу мы это прошли. Точнее, Маша с Ганером смогли уехать на поде. А я вернулся, чтобы попытаться ревайвнуть второго скаута. Но вместо ревайва я умер рядом с ним. Но даже так, нам дали ачивку за успешно пройденный четвертый хазард. На базе я прокачал количество патронов в дробовике и также немного изменил бородки моего персонажа. В меню выбора миссий меня заинтересовала необыкновенная отметка. Пещера с призраками. Так, еще и с двойным опытом. Мы тогда понятия не имели, что это за пещера с призраками. И поставили второй хазард, чтобы наверняка было проще. И когда мы вышли, нас встретил призрак, который убил нас. Потому мы, уже увидев, что там будет, перезапустили миссию. И начали осторожно бегать по пещере и добывать нужные нам маркит и нитру. А золото, ну, не всегда. Призрак периодически зажимал. Мы за него очень долго делали задания. И по итогу пробыли в пещерах более часа. За что нам любезно выдали ачивку. И я прожал кнопку для вызова пода. Идут! Дальше мы еще начали щупать предупреждения, так как нам было интересно, что они из себя представляют. Если что, желтые значки — это аномалии, позитивно влияющие на дайв, а красные — это предупреждения с негативным влиянием. Мы попробовали новое предупреждение, и на последнем этапе дайва с мулами мы банально откинулись из-за натиска кучи регенеративных элитных врагов. Но потом мы заметили второй подобный дайв с памплайнами. Конечно, учитывая сложность в виде второго хазарда, я не буду говорить, что нам было сверхсложно, но прям в конце мы чуть не слили. И я в одиночку свалил в дроппо, чтобы мы хоть не проиграли. Мы чё-то вообще забили на наш ассигмент, и потому просто играли во что хотели. Где были интересные, как нам казалось, усложнения. Потому мы пошли копать 10 акварков с двойным опытом. И нашествием взрывников. В этом дайве мы анбокснули сундучок. И на этот раз типа я собрал предмет из него. И пока мы себе спокойно копали акварки, решил заспавниться глифид дредноут. Чем, блин, не взрывник? Ранее уже раз к нам приходили близнецы, но глифида мы еще не встречали. И понятия не имели, на что он способен. И он выкопал огромную яму, чтобы прибить меня. Я упал, лежал, отдыхал. Маша сама пыталась вбить дредноута. Но не особо выходила. Заказала по моей просьбе и собственной нужде ресаплай, и позже она на последнем издыхании меня вылечила. А я крюком вылез из ямы. Отхилился, побегал кругами от босса, попытался в соло его продамажить, но не очень получалось. Потом я принял решение пытаться вылечить Машу, чуть не умирая смог ее поднять, но ее сразу прибил дредноут. А я в конце всей моей беготни упал с высоты и разбился. Потом мы снова попытались пройти миссию с дабл опытом и нашествием взрывников. Но на этот раз в колючей локации и с другой целью. И мы, блин, на этой локации вообще не могли найти ни проход, ни маркит, ни нитры. Потому с этого момента мы немножечко так возненавидели эту локу, как место погружения. Особенно миссия, где надо что-то искать. Так как тут часто были самые запутанные пещеры. Ну хотя бы так казалось. Ведь все зарастало, и просто где-то там ресурсы за этими колючками были. И блин, не считая того, что мы просто пройти не могли, заспавнился глифид дредноут снова. И он унизил нас по очереди. У нас даже патронов не было, так как мы не могли найти нитру. Уверяю вас, мне можно доверить огнестрельное оружие. Зря ты доверил мне огнестрельное оружие. Мы снова пошли в погружение с аномалией. На этот раз взрывных внутренностей. Эта штука делает так, чтобы жуки при смерти взрывали друг друга. Очень мощная тема. И может весьма сильно упрощать дайв. Потому мы легко нарыли маркит и свалили. Ну почти все. Как я не смог дойти до дроппода. А Маша в соло уехала. Это твое? Да, мое. Я не приду. Дальше мы снова пошли на кварки с призраком. И по КД, тончайше оббегая его, копали. Я, блин, всегда кидал предметы прокликом и не удерживал. Потому весьма долго не знал о том, что если удерживать, то можно кинуть на большее расстояние. По итогу данного дайва мы собрали все, что нужно было.
и свалили. И это был первый успешный раз, когда мы полноценно пережили призрака. Я впервые посетил мемориальный холл и увидел там каменную статую за 10 уровень скаута. Сопровождение бурдозера. В миссиях данного типа надо запустить Дорету. Да, так зовут бурдозер. А мол для депозита, кстати, зовут Молли. Так вот, запустив Дорету, ее нужно охранять от жуков. А в случае получения ей урона, чинить ее. Приедет она к Амарану, огромному красному камню, из которого ей предстоит выбурить ядро. Но данный процесс провоцирует жуков, потому их придется отбивать. А также сам по себе камень будет чинить вам сопротивление. Магия, мистика, все такое. Глубина 533 метра. It's so fucking deep. Снова мы на уже нам привычном Хоксисе. Он понемногу становится как родной. Мы вышли из дроп-пода, прилетела Дорета, которую мы еще в глаза не видели, и вылезли жуки, которых мы отбили. Собрали все, что можно было в комнате, и за неимением проходов нажали на кнопочку, и Дорета начала бурить. Вот бы были такие буры у дриллера. Мы проехали дальше, заправили Дорету и доехали к камню, а там нормально держались. Но под самый конец мы не успевали чинить Дорету и отбивать жуков одновременно, и пришел детонатор, а мы его даже не заметили. Потому мы снова попробовали пройти и опять слили. И чётно, видимо, надоело, и мы впервые решили пройти первый хазард. На этой сложности жуков почти нет, а хп у них столь мало, будто они умирают от того, что приближаются в зону перегара дварфов. Потому тем не остается ничего делать, кроме того, как ходить и копать руду. Жуки просто вообще не чувствуются. Так что мы добыли амаран, не знали, что голову Дареты можно спасти, потому мы этого не делали. Очень долго. Да и думали, что она просто исчезает. Я посеребонькал кубики, и мы свалили из Хоксиса. И за это нам блиндали 6900 опыта. Уже канонично после победы нам открылся очередной тип миссий, так как мы все еще проходили новичковый ассигмент. Называется ликвидация или же охота на дредноутов. Да, тех самых, что пару раз портили нам дайвы своим рандомным приходом. В этом плане, кстати, чем больше вы на миссии, тем выше шансы на подобные приколы и свармы. Так что, думаю, вы не захотите сидеть на одной миссии более часа. Ведь шанс на приход какого-нибудь босса или немезиса очень сильно возрастает. А в дайве данного типа нужно вызвать этих боссов из яиц. И убив их, можно уходить. Но чтобы их убить, надо приложить неплохие такие усилия. Потому мы в своей первой попытке успешно откисли. Так как еще, блин, из этого киндер-сюрприза вылез Хайгуард. Его мы еще даже не видали. У него три фазы. Фаза, когда он призывает сынков. Фаза, когда он нападает и надо сбить его уязвимые места. И фаза, где можно наносить ему урон. И мы норм жили. А потом резко умерли, так как пытались его бить в тоннеле. Лучше всего выводить боссов на локации побольше. И там бить. Но тогда мы не шарили. И даже не пытались шарить, так как думали, что норм и так будет. Потом еще раз, еще мы тут впервые заметили машинный ивент, но активировать мы его не могли, так как для этого надо хоть один промоут. Это достичь 25 уровня и выполнить специальный ассигмент. Но мы, блин, еще и стартовый не прошли. На этот раз нам выпал дредноут попроще. Ну, на третьем хазарде он точно проще. Близнецы. Потому их мы более-менее одолели. Я получил больше урона от них и за это блиндали ачивку. А вторым дредноутом выпал Хайгуард. И он вместе с сынками своими нас уничтожил. Четвертая попытка закончилась, когда мы призвали Дреда. Выпал Глифит. И он нам показался вообще самым сложным. Так как он чуть ли не ваншотил своей условной пауэр-атакой. А когда у тебя мало хп, то он ваншотит. Или когда хазард выше, там еще и радиус огромный. Потому мы еще дважды слили. И аж на седьмую попытку мы наконец-то отлично запрессовали Хвайгуарда и близнецов. О нет. Вон на стенке, блин. Нечестная тактика. А также свалили с дайва. О лол.
Я уже и не помню, когда было 25 голымита на миссиях. Давненько, наверное. А мы наконец-то таки выполнили свое первое поручение. Более-менее Scout Experience. Так как закончилось наше новичковое поручение, мы приняли решение начать новое. Для открытия пушечек. Я выбрал на М1000, а какой Марии я уже и не помню. И мы пошли их проходить. Азарт пока что оставался третьим. Первым делом покопали яйца, потом впервые встретили Немезиса не у себя за спиной и не сразу в злой форме, а тупо на локации и начали думать, что... Это там Карл? Слышу. Подозреваю робот. Может, Бетси. Немезис! Он, мне конец, он меня цапнул. В этом же дайве мы впервые встретили Корлока. Это такой боевой цветок с кучей отростков, это босс. Так что, слаженно работая, мы смогли его одолеть. Прищупаться. Разрубило растение. О, ты гля. И по итогу выкопали маркет и выполнили задание. После этого дайма мы впервые прошли Дорету на хазарде выше первого, а именно на третьем с регенеративными жуками. И мы даже вполне поняли, как ее проходить, и тот факт, что Маша на изи может спиливать кристаллы на ласт фазе Амарана. После победы у меня уже был аж 16 уровень, и открылась новая прокачка крюка. И я выбрал резист от падений после обцепляния. Он, конечно, временный, но меньше урона это меньше урона. Дальше мы пошли на дайв с богатой атмосферой. Думаю, что это будет место с кучей ресурсов. Нет, нихуя! И спустя еще одну охоту за яйцами я завершил свой ассигмент по открытию пушки и приобрел ее. И тогда впервые попробовал с ней играть. И мне очень даже понравилось. Урона выходило значительно больше, чем с пулеметом базовым. Но именно разового. И потому у меня очень часто получались ваншоты множества жуков. Но эта пушка заставляет стрелять точно, иначе патроны, которых и так не ультра много, будут идти в никуда. И в этом же погружении мы встретили роутер, что его надо хакать и слили. Так как не успели взломать. А он в конце раздает огромный взрыв, самоуничтожаясь. Анлокнули очередной сундучок, пооткрывали нового пива. Пиве. Твоя сила и мудрость. Вы любите пиво? Да. И вообще понемногу освоились в этой игре и начали щелкать дайвы как семечки. Но, конечно же, без сливов не обходилось, ведь мы банально так себе кооперировали, да и не знали, как какой жук атакует и что он может. Да и часто недооценивали влияние отдельных жуков. На дредноутах у нас выработалась уже и тактика к тому моменту, что один отвлекает, второй дамажит. Вот так и жили. Тактические дредноуты. А еще твоя та самая типа тактика, когда я играла за дриллера, ты меня с ней задолбал! Ты использовал меня как наживку, а это назвал тактической игрой! Я же тоже хотел импакт в происходящее вносить! И я понемногу докачал новую пушечку полностью и бегал с ней на постоянной основе. Уж сильно мне она понравилась. И мне дали ачивку за то, что я не трогал бочки. Иронично. Еще мы прошли весьма плотное погружение с акварками, где была элитная угроза и нашествие Мактер. И вот к этому моменту мы уже вообще ушли в поток и начали на изи проходить дайвы. Дорета, Муллеры, раскопка яиц, охота на дредноутов с элитной угрозой и кучей опыта по итогу. А следующий дайв прошли без падений и заказа ресаплая. На начале я остался за бортом. Пока. Придя на Хоксес, Мария тестила новую пушечку. Оказалось, она весьма посредственной. Выкопали первое яйцо, отбились от роя и начали копать еще. А потом и последние два. И выложили их. А также немного отбившись от жуков, решили найти оставшиеся грибы. Потом мы начали сваливать с Хоксеса. И узнали, что сделали ачивку, аж когда прошли. Это получилось случайно. Мы просто забыли заказывать ресаплай. После такого неожиданного успеха мы решили попробовать поиграть на четвертом хазарде. И мы почувствовали... Что такое настоящая боль? Потом мы снова слили, и попала миссия с присутствием конкурентов. И мы умерли от турелей в попытках хакнуть их контроллер. И слили еще два раза. Чё-то мы вообще начали сомневаться, что умеем в это играть. Сложно, блядь, нихуя непонятно, блядь.
И в конце концов, из-за того, что нам надоело сливаться, мы опять поставили хазард пониже. И прошли тот дайв, что у меня был частью ассигмента для открытия плазменного карабина. Мы очень повеселились на кварках, которые проходили следующими, так как там был низкий уровень гравитации и элитная угроза. И мы снова решили пойти на четвертый хазард. А я взял новую пушку, которая лично мне не особо понравилась. По итогу мы откисли в лютейшей мясорубке из Бетси, роботов-конкурентов и толпы жуков. А в следующем дайве мы смогли достичь нужного нам результата и пройти четвертый хазард вдвоем. Падали мы, конечно, весьма часто, еще, блин, это тупейшая генерация нам пыталась помешать, благо у нее не получилось, да и возможность ревайва очень сильно спасала. Дальше с интересного нас на Дорете схавали личи. Мы, кстати, достаем, получается, две большие такие тяжеленные канистры из ее задницы. Дорета — это роза, которая боится урана, да? А вот наша Молли — это одуванчик, который растет в асфальте. А! Сверху кусает. Лич. А еще мы прошли миссию третьего хазарда с летальными врагами, призраком и тремя дредноутами. Жаль, только полной записи этого нет. Мог бы вам эпичный дайв описать, но, к сожалению, не выйдет. Нет! Это все равно, что хотели только не записать, слышите? Да, но только это не повторить. Молли, давай быстрее, пожалуйста. Дата сэр. Еще немного поиграв, мы нашли кубик, который ошибкой называют. За него просто дают немного опыта, и их можно копить. И мы решили, что хотим сделать ачивку за прохождение четвертого хазарда без ресаплаев и где никто не упал. Потому мы очень сосредоточились на этом. И выбрали как погружение, где будем это делать, акварки. Так как на них это весьма просто сделать. Может быть. А может и нет. Мы потратили 8 попыток на то, чтобы освоиться и понять, как не падать вообще. Ведь если кто-то из нас падал, мы рестартали сразу. И по итогу вышло сделать как-то так. Миссия была на 7 акварков в биозоне. Прилетев, мы отбили немного шокеров и несколько жуков. И сразу начали копать акварки. Когда был сварм, бежали к нашей базе с турельками и максимально сосредотачивались на отбивании жуков, после чего бежали дальше копать акварки. Очень сильно налегали на красный сахар, чтобы не откиснуть. Отбили еще немного жуков, докопали акварки, отправили под с ними в космос, а сами ждали прибытия дроп-пода. Когда ждали, по максимуму отбивали жуков. И по итогу успешно добежали до него. А я дал залп по Маше. Да, видимо, пытался в самом конце ее пристрелить. Но в общем, нормально. И мы прошли четвертый хазард без ресаплая. А еще мы в терминале персонажей посмотрели на то, что с первым промоутом у нас откроется вторая активка. И мы очень им заинтересовались. И приняли ассигмент на повышение, или же промоут. За него еще значок возле авы персонажа дают. А также открывается возможность ходить в глубокие погружения, потому мы реально были заинтересованы в его получении. В первом дайве поручения на промоут мы встретили своего первого элитного детонатора. Тот норм так бахнул. Вторым дайвом мы пошли на Дорету с личами. Было часто больно, но мы прошли. Третью миссию мы усложнили тем, что напились на дорожку у Ллойда. И было реально сложнее играть из-за размытости. Но даже так мы смогли пройти. Я тупо замораживаю. Дальше были памплайны, и мы их тоже прошли. Но со второй попытки. И спустя еще пару дайвов, выполнив отдельно и Машин ассигмент, так как не все части совпадали, мы сделали промоут своих персонажей, тем самым открыв много новых плюшек. И сразу их начали использовать. Также мы все еще успешно сливались на четвертом хазарде. И впервые смогли активировать машинный ивент, так как у нас открылась возможность для активации данных мероприятий. Нам выпал курсив. И мы пытались, но пройти мы его не смогли, так как вообще не знали, что от него ожидать. И в этот момент, сразу после промоута, мы наконец-таки решили попробовать менять классы. Ганнер Экспириенс. На Space Rig мы сначала немного прокачали, что открыто. Конечно, на первом уровне особо не прикачаешь ничего. И тут как-то так случилось, что у меня пал глаз на класс Ганнера, так как я изначально подумал за него пойти.
ведь он мне казался антиподом маневренности в чистом облике. Так как и тупому понятно, что он хэви, то у него что-то с этим должно быть не так красочно. Но компенсироваться должно большим уроном и всякими возможностями сохранить свою задницу в трудный момент. И на деле так и есть. А Маша в это время взяла инженера. Если честно, у нее не осталось выбора, ведь я хотел тогда, чтобы мы шли максимально по ветках разных классов. И мы знатно так начали офигевать от того, что геймплейно эти классы реально совершенно иные от того, за что мы привыкли играть. Мне лично было уж очень критично, ведь я привык быть супер маневренным, а стал медленным и должен выступать танком. И мы отправились на первую попытку за новые классы. Первое время, кроме слива, у нас ничего не получалось. Но все же, это было забавно, почувствовать эту игру под другим углом. И первым, что у нас получилось так пройти, была миссия добычи Маркита. Иронично. Теперь большая ставка по добыче не лежала на каком-нибудь условном скауте, а была на нас обоих. Ведь я делал диплайны, а Маша ставила платформы, конечно, при нужде. Итак, мы доставали все, что нам нужно. Но мне вот лично было очень непривычно. Ведь я привык постоянно взять крюк, а тут, блин, приходилось постоянно подкапываться и жмакать пробел, чтобы забираться на всякие разные места. Но вот что-что, а за ганнера уж точно эпично выглядит отбивание жуку. Хотя, блин, эта игра за все классы так выглядит. Нормы впервые так прошли, ни разу не упал, конечно. Спустя кучу попыток, ну, мы сливались, но я лично не взял вообще щиты особо. А Маша, в свою очередь, забывала про турель. В общем, мы просто тупили. На базе мы снова прокачали наши стволы и слили. А потом впервые попробовали дайв с Shield Destruction. Это была миссия с Доретой и низкой гравитацией. Потому, наверное, мы и смогли это пройти. Ведь, будь это мулы, и не будь тут низкой гравитации, было бы в разы плачевней. Даже, кстати, с учетом того, что у меня есть щиты, которые, кстати, с разрушением щитов от урона не спасают. Только, конечно, если прям в центре их стоять, и они будут тогда физически отталкивать жуков, и они не будут доставать, чтобы наносить урон. По сути, чтобы пройти этот дайв, мы просто чинили Дорету. Она получала за нас весь урон. Дальше мы снова пошли на очень интересную миссию. Я, блин, ее тоже запомнил, так как тут было усложнение, с которым мы на тот момент еще не успели играть. Да и классы новые были. Потому мы очень и заворачивались, чтобы не откиснуть. Это была миссия пустынная локации и с низкой гравитацией и низким уровнем кислорода. Потому тут постоянно надо уходить к мулу, чтобы подышать. Это было единственное, что мы знали об этом усложнении, когда приземлились на Хоксес. Там мы, как обычно, поставили за приоритет добычу нитры и всех остальных ископаемых немножко ниже по приоритету, с параллельной зачисткой от жуков и их наступающих волн. А также бонусом у нас было постоянное желание мула, так как мы ходили отдельно и постоянно призывали его то туда, то сюда, чтобы подышать. И когда мы добыли почти все, что видели, мы решили, что пора копать яички. Я заказал ресаплай и вроде даже не сразу понял, что возле него можно дышать. Это заметила Маша. От ресаплая! И вылез весьма масштабный рой, который мы понемногу еле-еле перебили. И продолжили раскопку яиц. То, что сверху, было сложно достать, потому что оно было чуть ли не на потолке. И по итогу мы собрали их все. После чего еще взломали датабазу с помощью Хакси. И возле него тоже можно было дышать, пока он не улетел. И мы нашли потерянное снаряжение и немного ресурсов. Но меня возле них прибило прессор в спину. Было не особо приятно. А Маша тем временем чуть не умерла от отсутствия воздуха, но благо смогла добраться туда, куда я залез и ревайвнуть меня. И мы вместе успешно сбежали в дроп-под. Следующий дайв был с Double XP и ванильным Маркитом. На Марките Ганнер себя уж слишком сильно не раскрывает. Да, он очень важный в командной игре, так как у него есть щит, который я все еще не юзал. Хотя мы уже норм так наиграли. Маркит мы быстро добыли и успешно свалили. И получили 15к экспы за менее чем 30 минут. Не так и плохо, а очень даже много. Тем временем у нас росли уровни, и мы прокачивали имеющиеся кушечки.
Маше казалось, что инженер уж слишком сильно хуже дриллера. Ну, как минимум, дриллер был вкачан, и уже к тому моменту не со стоковым оружием у нее. А вот инжир был low level. Потому она еще успеет передумать, хотя на самом деле и у дриллера есть синергии для нанесения большого урона. Но чтобы о них узнать, надо либо вчитываться в описание прокачек и оверклоков, либо от кого-то узнать. А может и вообще собирая сборки наугад. Иногда канает. Я что-то сейчас задел тему сборок оружия. Ну, мягко говоря, даже у базовой пушки без оверклоков, так как они, допустим, закрыты, есть возможность весьма сильно изменить играбельность, просто выбирая нужные вам прокачки. Хотите больше урона? Выбирайте больше урона, но жертвуя, к примеру, боезапасом. Даже большинство оверклоков построены на данном принципе, и потому я прошу вас запомнить эту мысль. У Гайнера его большие пушки при стрельбе автоматически его замедляют. Еще подобная тема есть у скаута 7000 при прицеливании, но тот раз тут, раз там, не как Гайнер. Потому Гайнеру это более больно. И тут неожиданно на помощь выходят щиты. Но так как мы пока что играли на третьем хазарде, позволили себе на это подзабить. И успешно щелкали разные миссии по добыче кварков, охоты на дредноутов, хотя может и сливом от дредноутов. Получение ачивки за победу над двумя дредноутами в течение 5 минут и успешном выполнении миссии. И дайв с охотой на 4 яйца и также с толпами Мактер. Ганнер в самом деле не хуже скаута себя чувствует. Но геймплейно весьма сильно отличается. Помню, ранее у меня был дайв, где мы с Машей прошли 3 дредноутов с летальными врагами и призраком. Так вот, мы, увидев что-то похожее, взяли более привычных нам персонажей и решили попробовать повторить, что сделали. Конечно, опять-таки повторюсь на третьем хазарде, потому сверхсложного сейчас я не вижу тут ничего. Ведь у меня есть аргумент ближе к концу ролика, что тут еще все норм. Но не важно. В общем, мы считали в тот момент это ультрасложным. Ну, мобы тут на самом деле в ближнем бою сносили как на 4-м или даже 5-м хазарде. Брехать не буду. Может, кто-то из вас шарит заточенный скеллинг. Буду рад информации в комментах. Только вот в этой миссии вместо призрака были элитные враги. Потому получается так, что это все равно для нас на тот момент было болью. Но мы старались. Так как еще и, блин, миссия с мулами, что реально звучит не очень уже легко. Тут, блин, даже ванильные жуки пугали огромным уроном. А что уж говорить про элитных. Хорошо, хоть они еще бонусом не регенеративные. Мы постоянно были на волоске от слива. И я ревайвал Машу как мог, так как я был скаутом. Я мог просто быть везде и сразу. Благодаря крюку. И не стоял на месте. Отвлекал жуков то туда, то сюда. И упал от того, что как гений подкопал ресаплай. Ведь у меня заканчивались патроны и от этого словил ваншот. Благо Маша была тогда жива и смогла меня поднять пивом. И мы смогли починить всех мулов. Запустить передачу координат. Хорошо, что у Маши была криопушка к тому моменту, и мы отлично так себя чувствовали. Замораживая мелких жуков, и везло, что элитные не особо лезли. Мы подключили заправочный пот, возле которого заказали ресаплай, чтобы в случае чего хилиться. На второй раз вылазили и всякие элитные челы. Но Маша, вкладывая в них максимум своих замораживающих способностей, замораживала их. А я вносил весь урон, что мог. И мы отлично кооперировали, и по итогу смогли дожить до готовности дроп-пода и свалить. Оверклоки. Это особые прокачки на пушке, к примеру, можно сделать дробовик прыгалкой для скаута, или супер радиоактивный взрыв на ракетницу инженера. Их очень много, и это их главный минус. Так как, чтобы попробовать тот клок, который очень крутой или просто тебе кажется интересным, ведь ты нагуглил, что он делает, то тебе придется убить недели на ожидание обновлений дипдайвов и викли Корханта. И все, чтобы иметь шанс один к, грубо говоря, 140 на тот клок, что тебе нужен. От этой фигни реально хочется скачать чужое сохранение. Пощупать все, что есть, ну, на это часов 30, может 50 ушло бы. И удали. А не гринить десятки часов в надежде, что выпадет случайно нужный себе оверклок. Среди каждого типа клоков у вас на личном опыте могут строиться свои фавориты. И это хорошо. Хорошо, что вам нравятся не те пушки, что вашим друзьям. Или же у вас с ними банально нет одинаковых клоков и приходится выкручиваться с тем, что есть. Потому при игре с кем-то реально классно, так как вы можете строить взаимодействие ваших бонусов и делить роли при сборке того или иного билда. Так что в оверклоках запрятан огромный потенциал, особенно с учетом слаженной командной игры, где каждый исполняет свою роль. Перки.
Еще важную роль играет выбор активок и пассивок. Базово, блин, пока эти все активки у нас не полностью вкачаны, они играются иначе или не дотягивают до звания имбы. К примеру, Iron Will пусть и кажется имбой, но часто вы можете складывать на него ложные надежды. И, блин, даже вербовка жука может оказаться эффективней. He's a little pissed, but that's okay. Жук вообще неплохой. Ведь тот бы мог помочь вашим тиммейтам не упасть лишний раз. Или бы отвлекал жуков на себя, а еще на максимальной прокачке он бы имел тройной урон. Ну, то есть от ванильного жука. Потому это имба. Но, конечно же, как обычно, не всегда. Бывают всякие случаи. Лучше всего эта активка показывает себя с предупреждением регенеративных жуков. Тогда Стив встает почти бессмертным, по сути. Hello, darkness, my old friend. I want to talk with you again. Также полевой медик очень классная активка. Как и дэш. Под конец данного ролика я лично начал пользоваться им на всех, кроме скаута, ведь скауту и без этого хватает маневренности. Среди пассивок неплохо вампиризм сочетается с дриллером. Неплохо я еще сладкоежкой, ветеран-депозитор и ресаплайер. У меня лично в основном был подобный этому билд. Хотя ближе к концу я уже упарывался в эксперименты в этом плане, но особо ничего не менял. Это все вкусовщина, и вы поймете прелести того или иного перка со временем. Deep Dive. Тут нужно будет за один заход в луп выполнить 3 полноценных задания и 3 урезанных. Мы выбрали ванильный ДД и пошли его проходить. В первой части глубокого погружения были памплайны и черная коробка. Когда мы приехали, меня сразу стырил грабер. А Маша меня спасла. Сначала мы активировали плейбокс и отбили жуков, стоя в его зоне. Сделали все манипуляции с памплайнами и по итогу свалили, получив свое пустое матричное ядро. А во второй миссии заспавнился Немезис. Мы его отбили, а он снова пришел. Но вместе с детонаторами очень быстро нас прибил. Блять, Игорь, мы тут вообще-то умерли то ли от бага, то ли от Вичи, когда убили детонатора и он начал делать фантомные взрывы. А все это из-за аномалии взрывных внутренностей. Людей не путай. Кстати, в это время мы проходили ассигмент для открытия Weekly Core Hunter и пошли делать вторую попытку пройти Deep Dive. Первый этап мы прошли без проблем, ведь уже знали, что делать. Тогда мы узнали, что за то, что ты второй раз проходишь то же самое, уже не дают призов в виде матричных ядер. Но мы понимали, что дальше мы все еще можем получить что-то. И потому мы пошли пытаться это выполнить. Кварки и дредноут с присутствием конкурентов, а также взрывными внутренностями звучит еще терпимо, но не особо просто, плюсом 3,5 их азарт. Сначала мы аккуратно прибили жуков, которых видели. Началась буря, и мы сосредоточились на турелях. Или же наоборот. Взломали их центр управления, конечно, не с первой попытки, и начали копать акварки. Выкопали их и призывали дредноута. Выпал лифид. Местность была не самой маленькой, потому проблем у нас с ним не возникло. Клоком мне выпал зеленый на ганнерскую пушку. А третьим этапом тимдайва оказались 2 дредноута и 2 яйца. На начале мы типично копнули нитро и золото. Выкопали одно яйцо, отбили сварм и призвали дредноута. Чуть от него не откисли, ведь попался хайгуард. Но по итогу прибили его. Позже мы призвали и второго, и с ним тоже расправились и успешно свалили в дроп-пот. Нам дали косметикоры, мне лично выпал скинсет красок для бурилы. Ганнер Экспириенс. Продолжение. Дальше мы попробовали сочетание ганнер плюс триллер в миссиях, а также Boy Next Door плюс инженер. Вполне нормальная тема. Ну, конечно, зависящая от типа погружения. А еще мы снова сели курсит. Как и сам дайв чуть позже. В дальнейшем я продолжил учиться играть за ганнера. И на деле не всегда получалось. Я решил повысить хазард. И, конечно же, слил. Даже со второй попытки у нас не вышло. Да и я чё-то, хотя уровень уже был 15-м, особо не юзал щиты. Странный был я ганнер. По итогу мы прошли, но опять понизившись до первого хазарда. Disrespect moment. Но иногда все же получалось успешно проходить и валить боссов в больших количествах. Сначала проспектора, потом и 2 дредноутов. Дальше я открыл новую пушечку, на которую к этому моменту я уже успел где-то отрыть оверклок. Но его можно применить только полностью прокачав пушку. Поэтому я это сделал. That's amazing. И вот эта вот пушка мне очень понравилась.
С ней ганнер отлично чувствуется. Резисты — это прям что-то. Периодически мы катались на кольце бочкобола и меняли классы. К примеру, в одной из миссий меня позвали, и Маше пришлось соло выживать целых 50 минут, а потом я вернулся, и мы закончили миссию. Дальше я вернулся к игре за ганнера. И ганнер на самом деле — это долбанный танк. С этой пушкой уж точно, особенно если использует щиты и не умирает в попытках сломать роутеры. Ганнер реально бог защиты позиций, и на миссиях типа мулов или тех, где есть хакси, он особенно крут. Ведь его щиты могут с легкостью откладывать смерть всей команды на время своего действия. Ганнер мне в самом деле начал нравиться, ведь благодаря щитам мы жили там, где нас бы давно зажали, и мы откисли бы от толпы жуков, или нам бы пришлось бегать кругами и терять поинты прогресса. Но с хорошим ганнером это не так. Зиплайны, кстати, очень забавно использовать как арену для дредноутов, к примеру. Конечно, иногда задевают там, но бывает, что так даже канает, и получается вообще избежать кучи жуков на них. Потом мы снова решили себе доказать, что умеем играть, и пошли на четвертый хазарт за привычные нам классы. Хотя в последнее время мы уже немного и за другие приигрались. Затем мы продолжили попытки играть на четвертом хазарде, и у нас не особо получалось. Потому мы попробовали за Энджи с ганнером. И неожиданно для нас это проканало. На этой сложности у нас периодически возникали проблемы с Корлоком, но даже его мы одолевали. В этом дайве, кстати, где Корлок, мы даже вообще не падали. Кроме того, что я один раз и тот отсвармер. Повышаем ставки. К этому моменту мы открыли пятый хазард и начали играть на нем. Точнее, слили дважды без особых проблем. Играли сразу не в соло, так как боялись, что в соло сольем быстро. Тем самым, на самом деле, еще более усложняя дайвы. И погружением, что мы впервые прошли на пятом хазарде, было сопровождение Доретты. Конечно, весьма болючий выбор, но с нами был опытный скаут и дриллер, который показывал нам некоторые новые для нас тактики. К примеру, мы до этого всегда запускали Доретту и чё-то не особо пытались бурить вперед нее. Но тут мы так сделали, и потому смогли зачистить локации от местных жуков и пройти машинный курсит прошли. И на пятом хазарде Маша уже к этому моменту открыла самонаводящуюся винтовку для своего инженера. И мы весьма неплохо себя так чувствовали. Кстати, мы еще взяли и добыли всю нитру, что находили, чтобы в дальнейшем не тратить на это время. И когда мы запустили Доретту, мы беспокоились лишь о том, чтобы она была заправлена и цела. Потому к Амарану мы без проблем добрались. А вот у него мы почувствовали немного покалывания в некоторых местах. Так как слили на первых фазах Амарана почти все хп Доретты. Но все же смогли пережить и починить ее. И по итогу, получив Амаран, свалить. Мы, кстати, все еще не знали, что голову Доретты можно найти и забрать с собой в дроппот. Жаль. Хотя мы гуглили, как ее найти, но ответ пройти Доретту на пятом хазарде только кирками с Rival Presser'цем нас немножечко так напугал. А еще был вариант затащить молот, что возле наковальни, с собой в бот. Но это ничего не давало. К тому же, за наш первый удачный пятый хазард нам опять-таки дали ачивку. Похоже, ачивки за все почти дают. Ну как, за все, что повышает ставки. Потом я протестил ракетницу. Мне она не зашла. Может и есть клоки и правильные билды, но я о них не знал. И даже сейчас не знаю, так как не играл с ней больше. Потом мы очень по хитрой тактике, которую, как мне кажется, не цурается использовать ни один из инженеров, прошли башню. Вся хитрость в том, чтобы поставить платформы на идеальную высоту. И чтобы была возможность открывать щиты башни. И при этом не получать от плазмы у пола. Короче, как-то так. Если вы еще так не делали, то берите себе на заметку. Это был как бы и первый раз, что мы башню на пятом хазарде одолели, если не глобально. Ведь до этого, как я помню, было много сливов и не особо много побед. В дальнейшем мы отлично поиграли на четвертом хазарде, хотя перед этим уж точно много сливали. Наверное, дело в хороших тиммейтах, и это не были мы. Еще был дайв с 400 Маркита и 10 фосилами. Скаута у нас не было, но он зашел чуть позже. Мы выполнили основное задание, еле находя проходы. И по итогу стрелили от того, что у нас закончились патроны, и мы не смогли найти последние окаменелости где-то на стенах. Ведь локации были воистину огромными. И я понял, почему мы играли на четвертом хазарде. Мы решили делать ачивку 4 четвертых подряд, без сливов.
и сделали ее почти сразу, даже не затратив кучу времени на попытки. Может, просто повезло с командой, ведь мы это делали не вдвоем, потому и так. И, кстати, я как раз в этот момент перевел Ханнера на новый ранг. После этого мы начали проходить Assignment Rival Escalation, так как мы его приняли, а отменить не могли. Он оказался немного обязательным. Да и матричные ядра для нас были весьма приоритетной целью, а их за него давали. На счет мы сливали. Тот просто роя, тот... Я же говорила то, что копает не Немезис. Два детонатора! Была у нас и очень плотная катка, где мы постоянно падали на дредноутах из-за райвелов, но по итогу все же смогли победить. Вдвоем мы посливали пару миссий четвертого хазарда и, разочаровавшись, снова прошли на первом. Немного дриль. На следующий день я решил попробовать пятый хазард за нулевого перса. И единственная мысль, что меня тогда преследовала, это то, что я не хочу ходить на пятый хазард в одиночку, я не хочу ходить на пятый хазард в одиночку, я не хочу ходить на пятый... После неудачных попыток на соло пятый хазард за дриллера, я пошел с рандомами на четвертом хазарде. Даже вносил какой-то урон дредноутом. В следующем дайве, чтобы получить скрип, я впервые пошел на промышленный саботаж. В миссиях данного типа вам нужно найти две точки питания щитов, вот этой вот штуки, и вырубить их при помощи хакинг-пода. Его канонично придется охранять, потому Ганнер тут not bad, но иногда он ливает. Потому нужно хакнуть вторую станцию зарядки и хакнуть ботика, ладно, это не обязательно. После чего нужно вынуть батарейки из щита, и активируется перевернутая пирамидка. Или же это Caretaker. Это босс. Да, еще один rival босс. Как и тот, что сборщик ресурсов. Пока вы его не трогаете, он вас тоже не трогает. Разве что там периодически ботиков на вас отправляет. Ну подумаешь. И вот чтобы прибить Caretaker'а, нужно еще неплохо постараться. У него повсюду вылазят клешни, которые, блин, еще и пуляются. А в зависимости от фазы у него и набор атак меняется. Если честно, мне кажется, это чуть ли не самый сложный босс игры. Но если уклоняться от атак, или же надеяться на ревайв тиммейтами, то у вас особо не будет проблем с выживанием. А если вы еще и... босса будете дамажить, то вы реально поможете его прибить. Но я, к сожалению, тогда его впервые бил. То ли в записях ранее не заметил. Потому было весьма сложно. И я по КД падал. Но по итогу мои садварфы смогли его завалить. И мы собрали датарак и свалили с Хоксоса. Затем я прокачал, что открылось, и пошел пытаться играть на пятом хазарде. Но кроме сливов и того, что меня кикнули, я ничего не получил. Потом, когда Маша освободилась, мы пошли вместе снова. Я остался дриллером, а Маша была за инженера. Ну уж очень он ей приглянулся. Особенно с бричкатором и самонаводящейся пушечкой. Маша в тот момент уже открыла перк для вербования жуков, что прикольно. Периодически Немезис появляется там, где его реально не ждут. Но мы смогли его прибить. Дриллер имеет огромное превосходство в плане перемещения по локации. Ведь куда он захотел, туда и побурил. Никто ему не указ, ничто ему не указ. Лишь может какое-то сооружение, типа дроп-пода или жуков. Ну и от них он может убегать, копая себе гроб. После опробования бытия дриллера, я снова вернулся к Ганнеру. Мы с Машей прошли еще раз индустриальный саботаж, конечно, очень рандом, но лично мне на этот раз уже было чуточку попроще. Ведь я знал, кто там будет. Позже я занялся ковкой оверклоков, чтобы получить один бесплатно, и выбрал Ганнера. Выпал красный клок на пушечку, что я особо не знаю. А потом я просто пинал бочки. Элит тип дайв. Мы как-то увидели, что нам доступен элитный тип дайв. И настоятельно решили его пройти. Угробили почти 4 часа на 8 попыток. В общем, на первом этапе, где 4.5 хазард, выпала добыча маркита. И нужно просто починить мулов, без починки пода. Ведь они выпали во второстепенном. И еще как усложнение выпал Rival Presence. Но мы слили от толпы жуков. Вторая попытка аналогична. Во время взлома турели были сожраны жуками. Детонатор выкопал по звукам. В третьей попытке мы стрелили по пути к дроп-поду. В четвертой даже добежали к поду и увидели пещеру с призраком, где надо копать кварки и яйца, а еще с низкой гравитацией, что чуть немного упрощало процесс. Мы тогда очень долго выживали за счет того, что я убегал от жуков и ревайвал Машу, а она отвлекала призрака. Но по итогу мы откисли и не успели выкопать все, что нужно.
а попытка то тогда затянулась на более чем час. Пятой попыткой мы не прошли первый этап, шестая и седьмая аналогично. А вот в восьмой собрался полный набор игроков, и мы наконец-то таки были не вдвоем. Точнее, нам надоело пытаться пройти это вдвоем, и мы решили полным пати пойти. Первый этап был обычным, разве что выделился тем, что на самой первой локе заспавнился Немезис, но он об этом пожалел. Мы успешно выкопали маркет и починили двух мулов, свалив без проблем. На втором этапе все сразу упали, кроме меня, так как я стоял в щите и не полез сразу в толпу жуков. И потому смог ревайнуть своих тиммейтов, а они других помогли поднять. И мы занялись медленным копанием кварков и яиц. Сделав это, мы сразу сбежали в пот. И мы максимально сосредоточились, когда перешли на третий этап, ведь понимали, что он самый болючий. Потому действовали очень аккуратно. Мы отлично справились с копанием маркита и нуждой в убийстве дредноута. Пусть даже и выпал хайвуард с его сынками, мы все равно смогли пережить это все и свалить в пот. За что опять-таки разрабы нам выдали ачивку. Элит ДД прошли, класс. Не, реально классно. С того момента мы начали чуть реже играть, так как я начал делать другие ролики, но все же раз в неделю чисто в ДД сходить успевал. И таким нехитрым образом количество пройденных мной дипдайвов немного росло. Также во время этих дипдайвов я выбил красный клок на Ганнера, который меня заинтересовал. Потому я его сразу сделал и попробовал в действии. С ним, конечно, больше урона, но очень сильно режутся много характеристик. Все же спорное дело, что выбирать, что то, что это неплохо. Но вот с красным очень чувствуется, что не хватает боезапаса. И есть постоянная нужда в том, чтобы брать ресаплай. Или же у тебя очень маленький магазин. Просто палка в двух концах из-за баланса игры. Но если все нормально играют, то с этим вполне можно жить. В следующем дайве четвертого хазарда с летальными врагами на Дорете мы это все и протестили. Было нормально. Конечно, Дорета за нас съела весь урон, и суждение не весьма объективно, но по итогу мы вдвоем чуть не слили. Повезло, что к нам вообще зашли люди, которые помогли пройти это. Ведь мы реально имели огромные шансы слить, ведь у Дореты оставался только последний кусок. На Амаране мы отлично отыграли. Первую фазу отбили, на второй Маша строила защиту от камней платформами, а мы пытались уменьшить количество камней, летящих к Дорете. Но даже так умирали и нас засеивали Айронвиллом. Это активка, благодаря которой можно встать временно после смерти и восстановить своих союзников. А если у вас есть вампиризм, то можно еще немного увеличить время жизни или вообще во время Айронвилла отхилиться при помощи ресаплая. На самом деле он имеет много применений. Третью фазу вообще без траблов прошли, а на четвертой я с огромных расстояний своей пушкой отламывал верхушки лазерных кристаллов, и те переставали работать. В конце концов мы забрали ядро Амарана и голову Дореты и постарались ее донести, что успешно сделали, пройдя этот дайв, за что получили 33к опыта. Ля, вот это было реально много. В дальнейшем мы уже просто играли, открывали новые клоки, сливались, побеждали, и это все было только на четвертом хазарде. К этому моменту мы уже намеренно ниже не ставили. Иногда на защите коробки в миссии с мулами приходил детонатор, взрыв которого почти никто не переживал, а вслед за ним приходил Немезис, и мы отлично так сливали. Бывало, мы ходили на дайвы с прикольными усложнениями типа летальных врагов или же Haunted Cave дредноутов. Было забавно, когда близнецы пытались хилиться с призрачным детонатором. Обновлялись дайвы, и мы попросту понимали, что ничтожно сливалось куча раз на первом или втором этапах элитного ДД. Зато без проблем проходили ванильный. И так понемногу открывали новые и новые оверклоки. Проходили Дорету вдвоем, призывали всех дредноутов сразу и от этого сливались. В общем, вели игру вокруг открытия новых оверклоков и оружия, так как хотели все перепробовать. Полное погружение. На самом деле я решил назвать эту часть так, потому что мы уже начали скатываться в эксперименты и искать новые тактики. Мы подходим все ближе и ближе к концу всего, что можно сделать в этой игре. Потому мы, ну точнее один из наших тиммейтов показал нам, что можно без особых проблем закапывать коробочки на миссиях с мулами и делать так, чтобы жуки лезли только в нужные вам места.
и вы их отбивали только с одной стороны. Если, конечно, Энджи закопает потолок, а дриллер выкопает второй тоннель. В конце остается лишь выбраться и залезть в код. А еще мы, падая тонны раз, прошли еще один элит дипдайв. А, не каркай. It was at this moment that he knew. He fucked up. Все в дроп-поде уже. Ты понимаешь, что его атака для смерти? Нам повезло! Бывало и такое, что машины, как башня, уничтожали всю команду. Как же много мы сливали на самом деле. Очень много и часто от толпы жуков. Брокен частына. И неожиданно произошел разлом мультивселенной Дипкока, и в игре сменился язык, может, не без моей помощи, и настав час украинской локализации. Не назавжди, может, его тільки в відеоряді, но вот забавные моменты этой локализации, или же это намеренные ошибки, я отмечу уж точно. Но локализация отличная. Але той факт, что Немезиса перевели як бабай, якось дуже іронічно. Тут детонатор. Де детонатор? А, ой. На деле нам очень посчастливо, что детонатор, и чуть позже и второй детонатор, пришел, когда был таймер ожидания активации пода, а не в момент, когда мы охраняли заправочный под. Иногда башня давала нам по щам, уже якось зовсім за каноном. Реплікатор дронів — це капець який жах. А ще іноді трапляється така Stranger Thing, що... Сам по собі з'являється Красус і сам Мондредноу та опікуна. Напевно, щоб той виростив з взривнюків ще детонаторів. І Ронік. А іноді вся команда бере і... добиває голду з Красуса, він вторую місію подряд спавниться. Іноді взривники і взривні грибочки роблять справи. Я попробував зіграти з оружием, яке раніше ще не щупав. Ми дуже плотно вальнули двох дредноу. Одновременно, чуть не слившись. Попробовали пятый хазард без щитов, ну, не особо у нас что-то там получалось. Прошли ванил ДД, инженер. Я решил попробовать играть за инженера. Но кроме сливов, первые два раза ничего не получалось, но это уже канон. Эти два дайва ушли на то, чтобы я освоился и начал норм жить и ставить платформы там, где это нужно. А также... разбирался, против каких жуков какое из оружия рациональнее использовать, периодически бомбля из ракетницы своих союзников, так как не рассчитывал ее радиус. Но в любом случае, мы весьма быстро освоились и ниже четвертого хазарда не играли. Я смотрел на тактики на Дорете от лица инженера и понимал, что это реально хорошая тема. Но вот, конечно, угадать с высотой тут не всегда получается. Мы потно проходили машины, на самом деле потно, ведь персы были не полностью прокачанными, а начали мы все же не из третьего хазарда за них играть, отталкиваясь на то, что у нас уже до этого был опыт. Так что плавненько мы прокачивали наших персов все больше и больше, чтобы получить возможность докачать имеющиеся и открыть новые оружия. Как-то так вышло, что к этому моменту у меня уже скаут промотнулся на бронзу 2, и в очереди на то же самое был гайнер. Потом мы снова прошли новый ДД элит, ну почти. На третьем этапе слили, но забили, так как косметик нам не сверх нужен. Вышло новое летнее обновление, и я продолжил попытки прокачать инженера. И все получалось. Получалось даже успешно проходить машинные венты и открывать новые и новые клоки. В общем, инженер тоже весьма неплохо играется. Мы бахнули пивка и продолжили щелкать дайвы как семечки. Я ненавижу бачкабол. Погоня за ачивками. Когда я не играл, Маша сделала одну ачивку. Потому я тоже захотел ее догнать. Она состоит в том, чтобы 2 минуты ехать на памплайне. Тому я, взяв дриллера, выкопав тоннель, которого хватило, чтобы провести настолько огромный памплайн, провел его и прокатился по нему, сделав ачивку. Дальше мы решили, что хотим пройти миссию 5-го хазарда без падений и призыва сопли. И это реально немного больно, ведь часто патроны заканчиваются весьма быстро, а жуки все лезут и лезут. И в конце концов, с пятой попытки мы смогли это сделать. Их надо, короче, быстро перебивать, и все будет хорошо. Видео. Быстренько копаем. Мы просто быстро копаем, если сейчас есть 200, нажимаем на кнопку и бежим просто. У меня есть 30. А теперь я нажимаю на кнопку, и нам надо бежать. Нам надо хотя бы одному вылезти. Нет, падать нельзя. А, точно, блин. Кажется, я не просернул. Блин. Давай.
Я вообще близко, типа, но я иду просто по маршруту. Я прям за Игорем иду. А за мной? Так. Я заморозку кину. Заморозьте? Да, заморозься, она будет сейчас мешать. Так, 20 метров, давай, 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 давай. Забиваем. Беги, нашип хотя бы. И крюком туда внутрь. Давай. Давай, крюком, давай, давай. Отлично. За сколько минут? Быстро вы. Карл бы гордился. Карл гордится еще что? А, наверное, за то, что на пятый прошел. Ты четвертый не играл ни разу. Дай. Она дали этих или нет? Да. Да, дали. А мне не дали этих. Но мне не засчитали ачивку. А так как желания прямо сейчас это повторять у меня не было, я отложил эту тему в долгий ящик. Но немного попытавшись играть в соло на пятом хазарде, люто сливаясь от торт жуков, и когда мы снова собрались, повторили то, что делали ранее, только на этот раз без Тимофея. Нет. Фу, шокер, блин. Ты видел, как меня шокер чисто? Я ненавижу эти кристаллы. И на этот раз мне дали ачивку. Мы, конечно, лютейше спидранили, чтобы это сделать. Потому что не хотели отбивать жуку. Потом мы, как по маслу, прошли ванил ДД. А в элите слились на третьем этапе. А я снова вернулся к игре за дриллера, чтобы прокачать его получше. И открыть больше его пушечек. Нельзя, блин, все. И, кстати, к этому моменту мы уже наиграли 168 часов. Соло ДРГ Экспириенс. До этого я пытался играть соло, но особо не вникал и не разыгрывался. Потому на этот раз захотел с прямым намерением взять и сделать так, чтобы я научился играть в соло. Но вместо этого у меня получалась огромная куча сливов. А в мыслях у меня тогда была лишь одна мелодия. Мертвая змея не шипит, не щебечет дохлый щегол. Мертвый дварф не идет кричать Rock'n'Stone! Только мертвый дварф не кричит Rock'n'Stone! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили дварфа, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, жуки замочили! Но я умудрился немного начать приигрываться и пройти сначала в соло третий хазард, потом и четвертый. Слить, блин, миссию без щитов четвертого хазарда из-за генерации, и что дроп-пот буквально приехал за огромной стеной, хотя я так потно до этого пытался выживать, но меня сейчас обьют. Проходил один раз на первом хазарде, так как сливы меня знатно бесили. Сливал по пути к дроп-поду, иногда побеждал и как-то так жил. Спустя тонну сливов наконец-таки открыл бричку и потому разыгрался с ней. Понял, что это, блин, лучше ракетницы. Потому я уже вместо кучи сливов начал очень часто побеждать. И даже клоки на пушечке применять. Реально, с бричкатором инженер в соло отлично проходит четвертый хазард. Когда дайвы обновились, мы канонично пытались пройти их. Уже обычно не полностью прошли элит. А дальше я продолжил в соло играть на четвертом хазарде за инженера. Игралось на самом деле отлично. Бричка реально ба. То ли еще и я привык к соло режиму. И тому, что мне на помощь постоянно приходит боска, и сейчас дело на него можно столкнуть. Я топил за то, чтобы он светил и чтобы у него было больше ревайвов. А то не особо приятно, что... Конец миссии после того, как ты упадешь дважды. В коопе можно хоть 20 раз упасть и, подняв друг друга, продолжать. Инженера я тогда добил до 25 уровня и решил, что стоит поиграть за дриллера, чтобы его дотянуть до того же уровня. И пошел играть соло за него, поставив третий хазард, чтобы чуть меньше сливать. И я продолжил без проблем, ведь все же приигрался. И потому пробовал на четвертом, и даже так отлично получалось. Я промутнул инжира. В перерывах от слива мы сходили на дабл XP пятый хазард. Был один... заход в соло, где меня постоянно преследовало чувство бесконечного роя и волны противников, которую я не могу подавить. У меня прям лютые проблемы с этим были. Только вроде я успокаивался, меня схватывал лич. То детонатор приходил, а потом, когда у ботика не осталось ревайвов, трихернулась Бетси. Я даже ее не видел. И потом еле-еле смог ее прибить. Я чуть не слил, пока она меня прессовала. А потом еще очень долго не мог найти последний акварк. А когда активировал машины, жуки все лезли и лезли. Пройдя машиной, я быстро собрал акварк и эвакуировался с Хоксеса. С последних сил отбиваясь от жуков. Here we go again. Было и такое, что чуваки боялись проходить машину и убегали, а я с другим чуваком на тончайшем делали машинный
и лутали клоки. Потом я открыл морозную пушку. На тот момент я больше привык к огнемету, потому долго с ней не бегал, так как у меня был приоритет перегрева робота. Потом я зашел к каким-то китайцам, игравшим на втором хазарде, и познал, что такое настоящий пинг. С высоким пингом было весело башню проходить. Да и весь дайв меня тупо дергало. Я ненавижу бачкобол! Потом я выполнил ассигмент на промоу дриллера и промоутнул его. И мы отправились в DD Elite. На самом деле, за кучу попыток мы уже заучили, что зачем там делать. Но до третьего этапа мы даже не доходили. Но по итогу это был один из тех дипдайвов, которые мы прошли полностью. На первом этапе спидранили починку мулов, потом валили дредноута и защищали ящик. А потом и заправочный модуль. Ливнул один из наших. После чего все быры свалили в пот. Второй этап начали с убийства хайв-гуарда. И позже спидрана по выкапыванию всех акварков. И мне выпал очень имбовый клок на дриллера. На третьем этапе выпало низкое гравитации и 4 яйца, а также 150 маркита. Потому мы на изи прошли, мы просто заспидранили. Мактерки? Опять работа. Кстати, чуть позже я начал активно ходить на миссии с Double XP, так как понял, что это просто имба. Пятохазардные времена. В какой-то момент я принял решение, что если играть, то только на пятом хазарде, очень редко делая поблажки. Когда вообще надоедало, и за цель поставил сделать винстрик для ачивки 5 пятых пройденных хазардов подряд. Но сначала напился и пошел за скаута в дайв, где ничего не видел и не понимал, что происходит. Я себя таким косым чувствовал. Это была миссия с памплайнами, и пришел сначала детонатор, а потом и дредноуты, которых мы смогли все же одолеть. Но машины мы пройти не успели, умерли. Также я разок в этих дайвах по приколу копался вне игровой зоны. Вот просто нефиг мне было делать. Личи иногда кооперируются с турелями, а еще иногда я даже успешно прохожу дайвы, падая кучу раз. И как мне кажется, более чем 50% моих дайвов на пятом хазарде были безуспешными. Иногда с приходом с фарма все живы, оборачиваются во все умерли. С личами у меня личные траблы. Дальше мы снова придумали ачивку. За то, чтобы втроем проехаться на акуле в пустынном биоме. Но она, блин, и одного фиг схватит. Потому мы сделали другую ачивку, а именно убили двух дредноутов в течение 30 секунд. Суть не совсем в том, чтобы убить двоих дредноутов за 30 секунд, а в том, чтобы они откисли с отрывком менее 30 секунд. И потому мы это почти без проблем сделали. Мы понемногу начали отлично отыгрывать на пятом хазарде и почти не падать. Иногда аномалии спасали катку, а иногда мы сливались, много сливались. И отлично отрабатывали граберы. В какой-то момент кружка начала быть усложнением. Ведь как минимум, если пройти мимо нее, вылазил резко дополнительный рой. Жуки просто тоже хотели пиво. Это больно. Потом мы снова пытались проходить элит ДД, но канонично застревая на третьем этапе. Иногда с нами попадали проигроки, которые пытались нас сейвить изо всех сил, но наша неуклюжесть побеждала и это. Бывало, мы проходили бункерных мулов, круто обыгрывали призрака, и в конце концов так получилось, что я смог пройти 5 пятых хазардов подряд. Но мне кажется, дело в хороших тиммейтах. С ними я более-менее выживал, и что главное, не проигрывал. Маша, кстати, эту ачивку ранее сделала. Первый дайв был весьма плотный, но с дабл XP. Второй попроще, всего 200 маркита и сбор грибочков. Третий и четвертый был почти одинаковым, так как мы успели пройти одну миссию дважды до обновления дайва. А останний дай был немного упрощенным по отношению к жукам, но не самым простым, ведь мы били босса треугольника, выкопав для него окопы, это была наша тактика на него тогда, и мы вполне себе справились, а я получил свою ачивку. И мы умудрились пройти пятый хазард 400 маркита с летальными врагами. Ой, жуки вылезли. Ой, они летальные. Ой, меня за два укуса, слышь. Тебя сожрут, стоять на месте нельзя. Блин. Ладно, классно, ревайвы. Ладно. Блин. И этот бидер. А пуки они по пути лежат просто. Это не фосилы. So, maybe supply and go. Так, кстати, летально, это ж капец сейчас. Дойти надо. Попытаться. Надо было идти за мулом, называется. Я теперь не выберусь отсюда.
скажи еще это этому. Don't revive me. Don't do it. I'm stuck. Меня сейчас сожрут, кстати. Или нет? Я уже не сожрут. Don't revive me. Go to Gunner. Gunner. Может к вам вернуться? Окей. Victory. Скинь наработки нового ролика. Их нет. Уйди. Конечно, не всегда все было так красочно, как в предыдущем погружении, но и не всегда плохо. Бывало, мы плотно спасали голову Доретты, рискуя слить, ведь дропот очень криво приезжал. В одном из наших 5 хазардных дайвов мы убили Красуса и сосредоточились на попытках выкопать золото. И от того, что мы думали лишь о золоте, мы постоянно разбивались и были избитыми жуками. А в самом конце, когда мы выполнили задание дайва, наш скаут соло активировал хакинг пот. Он хочет пройти? Попробовать. А типа все жуки тут? Это же обход системы. Пойдем забирать. В принципе, погоди еще, надо дождаться, когда он хакнет. Блин. 40 секунд это много, успеешь. Я на себя рой отвлекаю. Он не успел депозитнуть. А, успел! Чисто там 2 секунды в рой оставалось или одна. Одна. Этот дварф герой в дварфском мире. И мы по итогу реально тянулись и часто выигрывали, играя даже на 5-м хазарде. Проиграли скорее. Помню, как мы троллили просто полный S-Pain дредноутом. После крутых дайвов мы что-то увлеклись тем, что есть активки за бочки в поде, и начали их делать. Делали команду А, и даже затащили все бочки в под. Но жаль, тогда из-за Октоберфеста нам не засчитали ачивку за все бочки. И мы сделали еще одну ачивку, но вы можете это видеть. Потом я понаблюдал за почти успешной попытка сделать 3000 очков за 100 бросков бочка поле, но не получилось. Да, от этой ачивки походу пахнет какими-то стальными нервами или лютым задротством. Еще был мощный дайв, где я сделал True Scout геймплей и почти без хп сейвил дважды всех, вместо того, чтобы просто слить и за весь дайв ни разу не упал. Я отбивал всех жуков, убегая от них. В убегании помогли жуковы с криаминами. Это красный клок на данные пистолеты-пулеметы, и как вы видели чуть ранее, с этим можно делать вещи. В заспой с рихом. Тут как-то неожиданно мельник показал, как он стоит в заспой с рихом. И меня это очень заинтересовало. Он сказал это фокус и показал, как мне его провернуть. Я повторил за ним и смог проникнуть за Space Rig, где, по идее, дварфа быть не должно. Он меня еще предупредил, что тут не везде коллизия, и я пошел это проверять. В конце концов, я прошел по Space Rig и выпал за него. Меня тогда телепортировало на спавн. Адская. На 5-м хазарде. Во время кучи неудачных попыток пройти индустриальный саботаж, одна из них стала удачной, потому что дриллер минами сносил уйму урона. Если честно, я эту тактику немного пересмотрел и знаю более уместный и стабильный вариант того, чтобы мины туда кидать. Не обязательно быть прям над кейтеркером, скажу я вам так. Можно еще попросить инженера, чтобы тот сделал очень близкий к нему мост, и из него скидывать мины. Работает отлично, и ты остаешься со своими тиммейтами. Только к этому, что я описал, я пришел, попробовал пару раз побурить к месту прямо над боссом, и разочаровавшись в этой тактике, потому и пришел к немного иному варианту. Но этот дреллер уж точно меня подтолкнул к тому, что я придумал в итоге. И чёт у меня пошла лютая череда сливов. Ведь я пытался пройти 5-й хазард в одиночку, а потом 5-й хазард без читов, где нас избивали все подряд и без конца ливали люди. Зато после этого сливного дайва мы пошли на другой подобный, где не было щитов, зато была богатая атмосфера, и мы были быстрее, что реально помогало выживать. Было и такое, что на начале все ливнули, кроме одного человека, ведь думали, что мы уже проиграли. Но нет, мы вполне себе смогли отбить троих жуков и сделать задание и даже почти без проблем выбраться с Хоксуса. В дальнейшем я снова вернулся к дриллеру, ведь мне казалось, что стоит еще за него поиграть. И потому, когда его взял, я весьма неплохо смог себя чувствовать, играя на 5-м хазарде за него. Блин. Что это, блядь, за херня? Бурдозер, да? Ну решил покопать как друг бот, не подумаешь.
Во время этого всего к нам зашел «Ставьте лайки». Его ник, как вы понимаете, не совсем случайно меня привлек. Я только сейчас узнал, что здесь есть войс-чат. Пару раз мы с ним слились. Дали живой, ты отбей. Как тут не сдыхать? Я, кажется, запустил щит его. Ура, ура, давай, нет, гусеница отлетела. А потом... Всё. А, нет, не всё. Пам-парам. Ну что, здорово ты. Живём? А, ну часть. Все же смогли одержать победу. И я снова выбрался за карту и попробовал дойти пешком до Хоксоса. Я, короче, на Хоксос полетел. Подрубите на кнопочку. Сейчас. Нажимайте. Я нажал уже. Сейчас. Скадыщ. Я полетел на Хоксос. Не хватило щечью. Ну смотри, я, в принципе, сейчас на эту штучку... А, зашел, слышь. Нормально, нормально. Видите, где я уже? Обратно попадешь? Да, вижу. Ну я сейчас дальше еще полетел бы. Сейчас, как этот корабль выглядит со стороны, блядь? Блять, каким-то прожектором прям светит. Да, говорю. Вряд ли дотянешь. Ну, я попытаюсь на следующую вот эту штуку перепрыгнуть, если там есть галерея. Давай. Я уже не долечу, я уже вижу. Но... Далековато. Ой, я падаю. Ну, я пытался. И позаследующий дайв был очень веселым. Я слышу детонатор. Че, кирками будем копать до него? Нет. Хотя, да. Да, нам придется к нему копать. А чё мы разные тоннели копаем, вот вопрос. По приколу, я не знаю. Just because we can. Ну сейчас мы его просто заденем и убежим. Я его триггернул. А, это не он. Ёбываемся. Ты его триггернул? Да! Он ещё проход хороший сделает. Бесплатно? Да, бесплатно. А, это Красус! Так хорошо, только я мороженого зря тогда. Что значит Красус? А это золотой. А, понял, золотой. Кащей, у него мало хп каста. А, критика, давайте его сейчас если сорвем. Попадайте в точку. Такого... Он сейчас денег даст. Кучу денег, потому что он в проходе. Найс. О, ебать. Добывай золото. Я слышал про такого, да. Ебать, круто. А ты его не видел ни разу еще? Я ни разу не видел еще. Но здесь не забывайте, что это пятый хазард. Вроде все докопали. Да успокойся, ты еще столько же золота, ничего себе. Мы решили копать на следующую локацию. А дрейлера и пива на копание у нас не было, потому мы копали ванильными кирками в поисках следующих комнат. Сейчас будем сквозь эту всю задницу обратно идти, твою мать. Кайф, шахтерский геймплей. И когда докопали до Амарана, мы сделали очень тяжелый вздох и пошли обратно. А когда мы вернулись, мы срочно активировали Дорету и прошли этот дайв. С учетом того, что большую часть времени мы бурились кирками, это произошло чуть меньше, чем за час. 59.04. Ебать. Но после этого погружения у нас даже появилась некая фобия того, чтобы копать перед Доретой. Так как это нас конкретно бесило и вызывало флешбеки этих раскопок археологических. Бывало и такое, что детонаторы шли тупо один за другим, и это тоже забавно. Тихо. Значит, у нас все три примерно в одном и том же месте взрываются. И спустя кучу, уже не особо меня интересующих пройденных и слитых хазардов, я смог пройти его и в соло, за скаута. Только вот раи воистину казались бесконечными, и я совершенно не успевал их отбивать. И пока отбивал один, вылазил новый, потому было очень потно. Я еле-еле успевал копать маркит, иногда не тру, и при этом оставался в живых. Конечно, я упал дважды, но все же осилил пятый хазард в соло. А еще так вышло, что я второй раз прошел дайв пятого хазарда с летальными врагами. You'll be a little bit very, very, very more hit damage from standard crowns and slashers. И мы даже машины умудрились пройти, конечно, на тончайшем, но умудрились. Because event is so hard in five hazard. We can try, but we can die, but it's true. Окей. Okay. Oh, you from England? Я тогда был будто в приподнятом моральном духе после этой победы. А еще я устраивал спидхакинг роутеров. Но чуть не сливал от башни. Хотя по итогу мы прошли. Разок пахнул блэкаут на дорожку прямо во время отправления. И потому у меня не было возможности вообще целиться. А персонажа реально очень сильно колыхало. Я думал, в прошлый раз было сильно. Но такого я еще не видел. Блин, у меня... Ты понимаешь, что что-то? Он сам ходит. А у меня, походу, выпить не успел. А у меня вот это все собой. Я ничего не доживаю. Максимум, что я могу, это попытаться по ней... Ты куда пошел? Я ищу проход. Так я тоже в проход пошла. Так ты хотя бы его нашла. Погоди, я не понимаю, куда... А, лети.
В дальнейшем мы уже лишь играли, чтобы наконец-таки добить эти 300 часов. Но все еще на пятом хазарде. Один раз Корлок заспавнился очень неудобно для него, и оттого мы ему слили. А также тот чувак, с которым я играл, предложил устроить инженера гейминг, и мы в 4 инженера прошли до Рету. У нас было реально много турелей. А в следующем дайве мы пошли на дабл XP до Рету. А там был и роутер, и машинный, потому в итоге мы получили 40 опыта за один дайв. Это рекордно много, что у меня было за все время. Нехило так. У меня даже для вас есть гайд для интересного слива. Но он звучит так. Триггерните случайно Бетти, она призывает своими залпами дредноутов, и те вместе прессуют вас. Вполне себе необычно. Нарезка. Ай. Вот смотри, бридер. Раз, там и не бридер. Нет, нет! Чё ты наделала? О, Найс. Такая мини-жбачки дохла. Так, давайте тогда я сужу призову бока второго. Может, Эшем, смотри, забежать наверх, а потом вниз чисто быстро спуститься и попробовать ревайвнуть. Нет, сейчас я уже ревайвнул. А чё меня ревайвнул? А, Маша, Сайдон. Дай с трех раз, если я бегал хер по мелье. Вариантов не так много остается. Суки. Так, ну все. Поехали. Да, так, и где наша... Нет, нет, чё, ты уйдешь? Гений, да? Долго падать будешь? Стой, надо её ловить. Стой, Игорь. Да, почти. Ну ладно. Дорета выкопала ноги, чтобы ему минимум вставлять, хорошо. Жука прими. Принял. Окей, запускаем. Чё мы ждём? Ладно, тут фигня стоять. Там фигня стоять меня сейчас убьёт. Фигня дела. Потерять всё это фигня. Чини! Мы не успели. Блять. Ну я чиню, Маша отбивает, ты хилься. Распределение сдачи. Призовите. Я знаю, потому что тебе придётся бить потом обратно. Ай, блин, а тут надо подняться. Подожди, чё? Меня Махтера ебашат. А мне взрывники. Тогда отпусти и забудь пока что, пока нас не убили. Блин. Выход так близко и так далеко. Как тут, блин, вообще подниматься? Тут взрывники повсюду просто. Просто привет. Удачи вам. Да просто без башки. Без башки отправься. Да я уже пошел. Дворфов не бросайте, да, ребят? Да. Да я просто что-то смотрю, вы что-то так это... Да, правильно, на самом деле. Ну, слушай, довольно неплохо. 4-4. Это изи миссия, погибите. По факту. Ладно, косметик. Вот как-то так мы играем в дайвах. Был у меня и заход с очень потным выживанием на кейртейкере. Так как я был за ганнера, а со мной был Робит, ну или же Тимуха. И вот мы с ним классно кооперировали, чтобы дожить до конца и победить босса. При этом сидя в окопах. Не помню, что дальше будет. Ну сейчас посмотрим. А, бомбы, ой, блин, бомбы. А, вот потому надо было окопы такими делать. Окей, все. Сейчас будут турели на потолке, осторожно. Мы еще очень плотно турели отбивали. Только они вылазили. Я кидал щит, а он сосредотачивался на том, чтобы их сразу уничтожить. Я считаю, это был дайв с отличной командной игрой. И это, блин, на пятом хазарде. Был и дайв, где мы вообще не могли найти два последних акварка. У меня от этого очень сильно горело. Я по КД умирал где-то на потолке, чем усложнял жизнь союзникам. И я прошел пятый хазард в соло. Только на этот раз был дайв по добыче 4 яиц. Меня снова не покидало чувство бесконечного руя. Я только то и делал, что отбивал и отбивал жуков. А те лезли и лезли. Я, конечно, сам это усугублял тем, что копал яйца. Но я понимал, если этого не сделать, то придет просто рой по приколу. А потому произошло вот это. У меня детонатор яйца выкопал. Я просто слышал звуки детонатора и звук выкопанного яйца. Он копал ко мне, видимо, и по пути выкопал яйца. Блин, он реально выкопал, блин. Он же, блин, ну все равно сейчас меня ударит, все равно, да. Не ладно. А у меня уже последний этот ревайв, потому что я два раза уже упал. Нет, три даже упал. Хорошо, хоть не три нормально находил я, а то не было бы как хилиться и продолжить выживать. Ведь патроны реально быстро заканчивались. И по итогу я выкопал все яйца и очень оперативно свалил. Но было забавно, что детонатор усложняет игру.
И мы как-то ненамеренно выбрали очень ужасную миссию, где мы не особо жили. Было больно. А все просто потому, что мы пошли на Low Oxygen Dive с Double XP и добычей маркита жидкого. И уж так вышло, что отходить далеко от базы выкачки мы не могли. Ведь мула тут нет. А чтобы заказать ресаплай, у нас не хватало нитры. Потому мы просто повели памплайны и простроили их, позже начав откачку маркита. Петрович, рубай насос. Но когда патронов стало вставать мало, скаут нашел где-то нитры, повезло хоть. И появилась хоть маленькая возможность менее экономно отбивать жуков. И мы на последнем издохе смогли свалить с этого ада. Мы падали очень часто от того, что воздуха не было, но по итогу все же смогли пройти. Пчелк. Мы снова повторили инженера гейминг. Но на этот раз и Мария была. Сразу мы грохнули одного дредноута, башню, потом проспектора, а еще буквально арену для второго дредноута построили и сбили его. А так как мы заметили, что у меня к 300 часам осталось очень мало времени, мы решили попробовать пройти что-то сумасшедшее. Жаль, у нас не вышло. Но мы пытались пройти без щитов и с летальными врагами. Но это оказалось нам не по плечу. Но вот у меня уже стало 300 часов. Суть этого ролика выполнена. Но это еще не конец. Бонус. И интересности, что я заметил уже после 300 часов игры. Цель достигнута. Но из-за того, что ролик делается слишком долго, я продолжал играть раз в неделю. К тому у меня есть некоторые прикольчики, и не совсем, что я хочу отметить. Например, босска может нести за вами голову Доретты к дроп-поду. Во время Хэллоуина были прикольные тыквы. Сладостью или гадостью весело заглаживаем лутбага. Иногда рыть огромные окопы на мулах не самая лучшая затея. Надрилили тут, да? А еще огнемет и микроволновка очень классно сочетается. Мне аж понравилось так играть. Ведь сносить с каким-то шансом бонус на 200 урона, это ли не имба. Новый сезон, третий. Так случилось, что я уж слишком долго делаю это все. Изначально я собирался его сделать прям в притирочку к выходу обновления, но, как вы понимаете, сейчас далеко не 3 ноября. Да. Потому сейчас я для вас делаю небольшой обзор старого нового обновления. В общем, в новом сезоне добавили, по сути, новые предупреждения литосфера от Брик. Это чума, которая меняет мобов, и те спавнятся типа зараженные. И еще добавили по новой гранате на каждый класс. Шреддеры для инженера прикольные, больше ничего я особо не попробовал. И много что еще ребаланснули. Ну уж извините, ченджлог читать я тут не буду. Я думаю, вы уже и сами заметили, что изменили. Если активно играли в это. Заражение надо очистить, чтобы оно больше не заражало жуков. Вот только жаль, что зараженных жуков мало. А то, как говорит Мария, если бы там были хотя бы еще мактерки, было бы прикольно. Но в общем, прикольный ивент. Иногда очень сильно усложняющий погружение. Также, по сути, добавили новый бесплатный батл пасс, но по опыту с предыдущего скажу, что чтобы его пройти, надо прям нехило затротить в это. Заражение, кстати, может заражать игроков, окутывая их и останавливая. Жаль, не беря под управление, пока тех не почистят. Но так это аналог заморозки зимнего биома вышел. Забавно, когда есть и райвелы от дайва с кейртейкером. И вот это вот заражение. Это по сути боль. Еще добавили два типа метеоритного дождя. Огромная, каменюка и маленькие осколочки. Раньше этих дождей вообще не было. Они сейчас заменяют скрипы, и их надо реально много собирать для того, чтобы один скрип из них получить. К тому же у меня была очень прикольная тема. Детонатор призвал дредноута, и я им его ваншот. Вот такой небольшой бонус получился. Немного набросисто, но в целом, как и весь этот ролик. Итоги. Я лично отлично провел время в этой игре, но иногда переигрывал. Уж слишком много времени подряд, потому получал дебаф нежеланием в это играть на некоторое время. Но потом все же возвращался. Баланс классов и то, как построен коопный геймплей, это просто что-то. Ну то есть он не идеален, но очень хорош. Минусом для многих будет цена игры. Но скажу по секрету, даже на пиратке есть рабочий анализ. Видео недоступно. Но я не вникал в эту тему и вообще не рекомендую так делать.
По сути, тут вышло как с нуйтой. Я наиграл уже не 100 изначальных часов, а 400. Надеюсь, вам это было хоть немного интересно. И на этом моменте мое самое глубокое погружение в Deep Rock делает этот ролик закончено. Пока. Видео не